Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами знов програма ТБУ «Топ блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Хочу вам сказати, що коли наступають такі часи, що мені хочеться поговорити про якісь дуже важливі теми, але хочеться, щоб настрій у мене залишався гарний, то тоді я звертаюся до кандидата філософських наук, до Олександри Решмеділової. Вітаю вас. Привіт. Радий тебе бачити і радий з тобою поділитися новинами, дуже класними новинами. У нас, коли люди збираються в Давос, ну, принаймні до тих людей, вважомовців, це свято. От, вони поїхали і привезли нам величезний чудовий подарунок. Позор. Ну, я не знаю, позор чи не позор, ну, у нас будуть, ну, ми хотіли, щоб ми інтегрувалися в Європу, ну, Європа заходить до нас. Тобто Укрзалізницю пропонують віддати на 10 років під керівництво німців. А німці не соглашаються. Ну, ти взагалі як вважаєш? От вони погодяться, от, наприклад, вони погодяться, і це плюс для нас буде. Чи це мінус? В принципі, я знаю, що ми співпрацювали десь 41-44 рік. Укрзалізниця співпрацювала з Німеччиною. Мені кажется, что в первую очередь надо посмотреть, как наши умеют вести переговоры, потому что до того, как этот сенат будет отдан или, возможно, отдано в управление, надо понимать подготовительные этапы. Ну, смотри, если люди ведут переговоры, потому что они ведут их явно не в Давосе. То есть Давос должен был быть какой-то некой вишенкой на торте, да? То есть мы готовились, вели переговоры, и вот тут мы просто объявим. В конце треба бы взять ручку, так, барабанная дробь, ручкою, да, мы... да, или там, не знаю, волшебная палочка, да, и хоп, у нас новый контракт. Ну и вынести это как бы как большую победу. Хотя Давос не инвестиционный форум, он немножко о другом. Поэтому странно, что хотели нам показать. А коли це нас зупиняло? Ну, ніколи. Ну, правильно, как бы мы всегда со своим самоваром, со своей повесткой и как бы по-своему видим. Но суть в другом, что анонс, да, как бы... Это называется, знаешь, методичка, как оконфузиться еще раз. То есть у Гончарука-то ведь и так все не совсем гладко, и он в очень шатких позициях находится. Ну, я не знаю, он, в принципе, стільки наробив, а ему сказали, а мы вам дамо еще шанс. В принципе, любая інша людина, она уже... Слушай, я понимаю, когда люди думают, что они бессмертны, но в любой игре есть такая, понимаете, как сохраниться. Вот ему явно надо было сначала засейвиться, а потом уже дальше опять прыгать в неизвестность. А с другой стороны, никто же не исключает, что... что мы просто решили не мешать, знаешь, чтобы он, называется, сам добьет и рейтинг, и отношение к себе, и будет проще делать какие-то переформатирования в кабине, к чему, в принципе, идет. С другой стороны, очень большое хайп и обсуждение вокруг вообще. Будут немцы в железной дороге, не будут. Тут же надо еще понять, нам не объяснили, что они будут там консультировать, чем они будут управлять. Железная дорога, она ведь не в том плане, как мы привыкли, там, постель под стаканник, да, там, или билет на Hyundai какой-нибудь, который остановится и замерзнет. Вопрос в другом. Есть пассажирские перевозки, есть грузовые. И если государство Украина хочет прокачать мощности в плане транзита, потому что мы же все-таки говорим, что наша прелесть – это географическое расположение, и через наши там просторы будут мчаться вагоны с товарами со всех сторон – ну, тогда вы говорите, что это больше направлено на грузовые перевозки. Если нам не нравится сервис, то есть ты покупаешь билет, не знаю, там, за 300, 400, 900 гривен и хочешь комфортно домчаться куда-то, как нам говорят, в Одессу за 1,5 часа, то ты должен понимать, какая это услуга. Домчишься ли ты за 1,5 часа, комфортно ли будет, не застрянешь ли ты. Вот сейчас очень много было всяких... ну, мелких, но информационных таких событий, но по факту стали возгораться электрички, да? То есть это, скажем так, вот эти вот примеськи с получения, они сейчас... Спивпадение? Ну, конечно, исключительно. Не думаю. Подогреваем интерес к залезнице. Ну да, треба довести хлопцю, нам тільки німець потрібен, якийсь...
Такие сцены лагоды. Смотри, суть в чем, что люди не могут добраться до места назначения, до пункта назначения. Нету никаких компенсаций, да, то есть масса неудобств. Сложно отремонтировать в должном состоянии, держать, скажем так, мощности не закупаются во время деталей, амортизация, бла-бла-бла. Вопрос в другом. На что будут направлены инвестиции, да? То есть если этот бардак просто нужно структурировать, оптимизировать, тогда вопрос, а что там до этого делал Бальчун? Играл на гитаре и пел... Речі, непогана зарплатня у нього була. Слушай, я вообще считаю, что если уже так пошло, вспомни Павла Зеброва, который предлагал, что вместо либо в Польшу вместо Бальчуна, либо здесь его можно было, то есть, по крайней мере, весело было бы, задорно. Ты помнишь, какой он трек себе записал? Да, мені дуже отдельно такой рэпчик, все, кожаная куртка. И дійсно, талановита людина, значит, и як менеджер має бути талановитою. Во всем, талантлив во всем, ну, по крайней мере, слышишь, какой талант пропадает. Вот, с другой стороны... Ну, это если стебаться, так стебаться. А по факту тут очень настораживает даже не так сама перспектива сотрудничества с Германией, как подача, да, все. Знаешь, это есть прекрасная украинская поговорка «вміло готувати, не вміло подавати». Вы либо готовить не умеете, либо сервировать, либо вообще у вас со всем этим делом проблемы. Потому что похоже, что в целом вокруг Кабмина нарастает такой большой негатив, как отдельно взятых министров, так и премьер-министра, что они скоро, ну, совсем себя так уже, скажем так, загонят. Я хотел бы запитати тебе, ты как вважаешь, це, вони спеціально хотіли це показати народові, щоб ви подивилися і оцінили цю шалену чудову ідею? Чи це інсайт якийсь, який виліз і, в принципі, Олексій Гончарук не дуже б хотів би, щоб зараз ми це взагалі про це з тобою розмовляли? Є виступлення на Давоському форумі. Чоловік говорить, що... Ні, ну він має сказати, ну він би так хотів, щоб це тихенько якось пройшло. Чи він... Очікує, що люди скажуть, це дуже чудово. Інвестиції, інвестиції. І що німці будуть управляти Україною. Тихонько, як він хотів це сказати, щоб ніхто не заметив, але яким образом так? Ну, що там, шепнув? Ну, а то, що пропонується на 10 років, це для того, щоб заспокоїти людей, чи от для чого? Просто я собі уявляю, мені, наприклад, дають якийсь дуже такий потужний ресурс і кажуть, ти керуєш тут на 10 років лише. То ну, я можу працювати 9 років, так, нормально, ну, знаючи, що, наприклад, мені остається один рік, і я маю це повернути, теж якось не дуже хочеться для когось все налагодити і піти геть. І навіть німець навчиться заробляти як поляк, щоб відбити якісь кошти. Ні, слушай, на самом деле, мені кажется, це немножко не так. Ну, тут по-другому треба відноситися. Смотри, обычно українці їдуть в Германию работать, а тут немцы приедут к нам. Знаешь, вообще уровень? Это же... Який информационный повод показать, что... Ну, конечно. То есть электричка фаста в Берлин, она будет еще и Берлин фастов, понимаешь? То есть они же тоже начнут приезжать. Вот. Уровень все-таки. Хотя глобально мы видим... Швидко з Фастова, так? Ну, почему? Це слоган для мешканців Фастова. Швидко з Фастова. Ну, ти що, почнуть літати лоукостери Фастов Дюссельдорф, к примеру, так? Ти вже прям розумієш, що... Ну, а почему? Ну, там в Париж летят же в Бове, вот, или там, не знаю, во Франкфурт на Майне или еще куда-нибудь. Ну, так будут Фастов летать. Так, там, ну, то, смотри, что подожди, мы посмехаемся с Фастом, а зараз что-то прилетит до нас. Аэропортов. Я думаю, не все будут в Фастове, все 14. Чтобы у тебя был, ну, конкуренция порождает качество и услуги, нам же так говорят. Давай вот 14 аэропортов в Фастове, ну, почувствуй вот масштаб. Инфраструктурный просто гений его построит, и будешь выбирать себе. Будет Фастов 1, Фастов 2, вот, ну, нормально. Фастовство. Фастовство, да. От цікаво, ну, а може нам не треба зупинятися тільки на Укрзалізниці? Може є ще щось там, ну, наприклад, німцям Укрзалізницю на 10 років. Слушай, мені кажется, знаєш, треба просто... Дороги віддати французам на 5 років там. Ти ж знаєш, наш любимий, как бы, мем, остановитесь, мені кажется, треба просто останавливаться. Тут вот так как-то уже пошло все, знаєш, не по той вот как-то колії, треба просто останавливаться. Літаки Молдавії віддати там, я не знаю, керування. А ти за... Румунам щось треба, ну, в принципі... А ви точно не міністр? Може ти на... Всім сестрам по сільгам віддати, ну... І
Дати на 10 років. На 10 років просто ми сядемо і подивимося, впевнимося в тому, що дійсно є вихід з цієї ситуації, яка у нас. Знаєш, гаражна розпродажа. Тобто, от так, от вивісив все, що у тебе є, типу дешевочки, там, как бы, все по долару. Прийми, а чого ні? Просто... Саме величезна тільки проблема – це довести, що ми на це тимчасово віддавали, а не на постійно. Тому що у нас люди іноді можуть забути, що там тиждень було, а через 10 років вже ніхто не згадає. Мені кажуть, що в таких случаях, коли підписують юридичні бумаги, пишуть, що... А в трезвом уме, да, и как бы там, при памяти, вот, вот эту пометочку надо бы сделать, когда такое все-таки предлагают. Но с другой стороны, ну смотри, эта ведь линия, которая продолжается сейчас с правительством, она же протоптана тропинка, это не одним днем. До них так трудились, засучив рукава, минимум 3 правительства, 2 Яценюка и Гройсмана еще, как бы. И люди, которые остались в правительстве, они во многом, знаешь, как бы так, достались им в наследство. Поэтому курс ясен. Вопрос в другом, что явно мы... Чи може прийти нове керівництво, а йому може і не сподобатись це рішення. І все, чи вже не можна буде повернути це взад, як то кажуть. Ну, по-моєму, воно і так там знаходиться. Тоді треба перевертати з того положення, в якому зараз все знаходиться. Добре, давай перейдемо до іншої теми, тому що ця тема, мені здається, занадто складна, і нехай от вони розумні люди, нехай вони і вирішують. А ми просто подивимося і зробимо... І дождемося, коли з'явиться гіперлуп, так? Так, так, так. І тоді ми з'їздимо туди-сюди і порівняємо. До наступного питання. Якимось чином порахували нас? Слава тобі, Господі! Нас порахували, але, в принципі, висновок не дуже позитивний. Нас мінус 15 мільйонів. Тобто 37 мільйонів нарахували українців. Давай для початку. Перепись населення не проводилась. Це не перепись. Це із серії, говорить, скільки буде 2×2? Ну, десь 7-8. От мені кажуть, що от це на глаз, який озвучив той білет, ці дані, вони там різна методика використовувалась при підсчеті голосів, скільки людей взагалі, да? Но так ли це до кінця? І люди ли вони? До кінця, да? І всі ли вони знаходяться здесь или не здесь? Ну, якщо шутити, звісно, називається, був такий лозунг «Кохаймося», да? Ну, явно плохо кухалося. Или надо быстрее, или больше, или снова, или как-то, ну, вот что-то не пошло. А, с другой стороны, Зеленский констатирует, что будет считать успешным свою деятельность, когда украинцы начнут возвращаться. Ну, мне кажется, что они вот на этой электричке фаста в Берлин будут только быстрее за 1,5 часа уезжать, чем действительно это остановит какие-то. С другой стороны, там же к этим показателям очень много всего привязано. Это и прожиточный минимум, и количество депутатов, и густонаселенные районы, и развитие мегаполисов, и ну, масса всего. Вообще вся статистическая машина должна переориентироваться на другие данные. Плюс, смотри, у нас подскочит ВВП на душу населения. Слушай, если у нас меньше, значит, мы явно зарабатываем больше. В принципе, то есть экономика растет. Это сразу показник чудовый. Мне кажется, а когда там условно будет 15 миллионов, вообще просто да, 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 15, 10, то мы тоді б могли бы, зустрічаючись с президентом Франции Макроном, класти ноги на стіл взагалі. Тому що, ну... Спросить, не надо тебе отсыпать, не в кармане так. Для мелочи завалялось там 2 бюджета Франции, не хочешь, мы тебе можем подсобить. Смешно, но грустно, потому что, во-первых, мы видим, что у нас очень сильный перекос и нехватка мужчин, потому что, скорее всего, все они на заработках во всех направлениях возможных. Также мне было бы интересно посмотреть уровень, как у нас вообще стареют граждане, доживают ли они до пенсии, потому что, знаешь, сейчас очень угрожающая тенденция не только с трудовой миграцией, образованием, но и с медицинским обслуживанием, и вообще изнашивается организм человека в Украине гораздо быстрее. Мне нравится, очень такой есть мем, когда нарисован такой пожилой мужчина, знаешь, уже седовласый, с бородой, и написано: «В Украине вообще несложно жить, Андрей 34 года», знаешь. Вот это очень отвечает действительности, потому что... Не просто здесь это все происходит, но не теряем энтузиазма. Да.
Энтузиазма не втрачаємо. А от я подумав, ну, чоловіків там співвідношення десь 20 на 17, тобто на 3 мільйони чоловіків менше. Може, і раціональніше треба чоловіків використовувати? Ну, не потрібно нам оцього шлюбу, де чоловік і жінка. Може, якраз чоловік має там дві дружини мати, півтори дружини якось, от так. І, ну, щоб не було самотніх людей. Бо самотні люди, вони не народжують. А якщо самотня людина не народжує, то нас буде зменшуватися. Тож ти пам'ятаєш, як після воєнні фільми показували, ну, там, проблему тоді, в совєтських фільмах, що на танцях не хватало ребят, да, дівчатки стояли парами, танцювали, да? Тому що на 10 дівчинок по статистиці, да? Тут у нас по статистиці взагалі там не хватает. И эта проблема действительно может появляться все острее и острее, тем более, что давай понимать, что молодое поколение украинцев очень часто не связывает свою судьбу пока с будущим государством. Эту тенденцию надо менять и очень-очень срочно. То есть эти уже показатели, они не просто тревожные, там уже надо бить в колокола и решать очень острые вопросы. Также надо понимать, как проводился этот опрос. Если ты видел в 95-й квартал уже на эту тему шутил про перепись населения. Там делали выступления Ткач и Кошевой. Как вообще это проводится, насколько адекватно, потому что это как раз начало января. И не было ли это все на глаз условно, да, там от... А, думаю, что вот так. Смотри, нам же говорили, что будут учитываться там какие-то данные миграционные службы в том числе. Как должен проводиться перепись населения? Все-таки от двери к двери, и это заполнение в планшет определенных данных, проверка по базам данных там, банков, мобильных операторов, еще чего-то, ну, вызывает на самом деле очень много больших дискуссий. Но то, что от этого будут пересмотрены экономические показатели, если это будет, конечно, это если бы бралось все в расчет. Мне кажется, что для галочки надо было показать, что что-то происходит. Напомню, что обещано было сделать только два тестовых опроса населения. По-моему, Оболонь и Барышевка, если я не ошибаюсь. То есть в Киеве отдельно какой-то район протестить. И Киевская область. Пока видим, что другим путем идут товарищи. А еще иным шляхом сегодня пішов пан экс-президент Петро Олексійович. Він не пішов на роботу, а пішов на допит. Три букви? Ні, в ДБР. Так. Я перепрошую. Я людина дуже з поганим вихованням. Від того, коли я чую про три букви, то я не про ДБР думаю одразу. Ну, так ось, повертаємось до... В Госбюро розслідування. І на що хотів би звернути увагу, пан президенте, коли заходив, він не одразу зайшов, а він поспілкувався з журналістами і казав, що зараз тут намагаються зробити з ДБР або серіал «Свати», або «95-й квартал». Чому? Тому що ці, як він сказав, не українці, не пускають представників партії «Європейська солідарність» разом з паном екс-президентом. Ну, не экс-президент, пятый президент. Смотри, пятый президент. На самом деле, я могу согласиться, что ситуация похожа на сериал. Почему? Порошенко вызывали в ГБР 21-го, 24-го, и еще будут даты февральские. То есть там ряд вызовов. Он пришел за день до первого вызова, 20-го числа, в неурочное время, без повестки, якобы... Ну, вы им выпадково, мабуть, переплутав просто. По собственной инициативе пришел пообщаться. Ему сказали, что все хорошо, но приходите вовремя, когда вам назначено следствием. 21-го он не явился. И даже был большой громкий анонс, что, во-первых, он сдал билеты в Давос, где его очень ждали, и куда он хотел. Но не пришел. И в Давос не полетел. Дальше сказали, что к нему будут применять чуть ли не силу, я не знаю, там, как его, там, под руки... за шиворот. Ну, как его должны были привезти? Это же интересно, с мигалками там, на вертолете. Ну, как-то должны были. Он пришел сам 24-го, да? Молодец. Но не с группой поддержки, с бэк-вокалом. Бэк-вокал оказался голосистый. Вот, там госпожа Геращенко возмущалась, и вообще досталось очень сильно
скажем так, клерку, да, простому. Ну, і, до речі, це нормально, що пані Геращенко, вона возмущається, і... бо останнім часом її взагалі не було чути, і вже, в принципі, ми та, начали сумувати за нею. Та, ну, не скажи, слушай, та ти просто... отвлекся. Не слышно Геращенко, это уже, знаешь, это как само по себе анекдот. Суть в другом, что все это превращается в пиар-акцию большую, такая, как бы, один тотальный пиар. Что из этого всего получится? То есть Порошенко понимает, что для него на самом деле как бы, ситуация, ну, имиджево крайне неудобная. Могут же ли он это на увазі те, що він багато разів не приходив. Это пока не багато разів, он один раз не приходил, все остальные моменты, то есть у них сейчас идет как раз, его должны допрашивать в качестве свидетеля еще, не обвиняемого, то есть он должен дать как бы свои показания и содействовать всячески следствию, пока ему там даже ничего там, такого особого там, не инкриминируется, он должен содействовать. Будет ли он содействовать, какую информацию он даст? Ну, вспомни, он даже, когда были вот судебные разбирательства там, по делу Януковича, когда он мог прийти, тут он начинает выступать по скайпу. Ну, то есть человек шоу, перформанс такой. Я не исключаю, что он и дальше будет это делать с каким-то, знаешь, пафосом, трансляциями, прожекторами. Пане президенте, натякав на те, що йому не дуже подобається, що ДБР буде очолювати екс-адвокат Януковича. И, может, это его лякает? Слушай, вначале, когда создавалась вообще вся структура, писалось законодательство под эту всю, ну, как бы кем оно писалось. На тот момент Порошенко и его фракцией, дружественной фракции Народного фронта, ставили людей в верхушку, рядом, проводя под разными соусами, надеясь, наверное, на лояльность какую-то. А тут теперь вдруг не нравится, что инструмент, который сами же заточили, да, теперь работает против них, а люди, на которых они надеялись, очень быстро переметнулись и уже служат совершенно другим людям, идеям и обстоятельствам. Ну так, извините, нечего обвинять. Це в любому випадку ми можемо розуміти, що пан президент розраховував на те, що він будує, буде воно надовго. Що це буде його репресивна машина, розумієш? А він не очікував, що люди отак візьмуть, не оцінять і зрадять його на виборах. От і так. І тепер виходить таким чином, що тепер людина має страждати від того, що просто люди, які обрали пана Зеленського, не обрали пана Порошенка. Люди плохие, да? Ну, заменить? Перепрошить, як, обновить? Як ми зараз бачимо, в принципі, зараз цей процес дуже швидко розвивається. Я говорю про заміну людей. Этих увезем, новых привезем. Ну, вот как-то, наверное, интересно это будет все. С другой стороны, может, скоро вырастут поколения, которые уже и забудут, как было при Порошенко. Может, и надо, слушай, пополнять надо нехватку украинцев. Вот. А звідки брати? Ну, как клубника, усиками будем размножаться. Я не знаю, как это там, делением, как у клеток, ну, что там, спорами, как грибы. Спорами украинцы вообще хорошо размножаются. Да, споры, в любой непосредственности, конечно. А я тебе говорю, была бы такая опция, как олимпийский вид спорта, поделись на две команды, на зраду и перемогу, мы были бы быстрее всех. То есть я думаю, что вот в этом виде мы, конечно, впереди планеты всей. В принципе, мы можем только побажати успеху всем, кто будет на этом заседании в ДБР. І пану президенту, і решті. Нехай всі будуть задоволені. Щастя вам, люди, всім. Ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. Давайте подивимось, що сьогодні вони нам такого розкажуть. Дивимось. Топ-блогеры Украины. В профильной сфере уже активно обсуждают, что нашу железную дорогу сливают немцам. Кроме того, в Укрзалезнице готовятся еще и кадровые перестановки. Ее нынешний руководитель Евгений Кравцов, которого уже давно хотели подвинуть, написал заявление об уходе с должности. Он, кстати, может перейти в Министерство инфраструктуры на должность заместителя министра. Ты был неэффективный, ты ничего не сделал на своей позиции, твоя компания не достигла успеха. Добро пожаловать в украинское правительство, милости просим. А на место Кравцова в госкомпании уже подыскивают замену. Обсуждается несколько кандидатур, в частности, нынешний управляющий Укрпошты господин Смелянский, который буквально недавно пожаловался, что его оклеветали.
Он получил зарплату не в размере 2 миллионов гривен, а в размере 1 миллиона и сколько-то там 100 тысяч. Что вы все врете, вот это вот, журналисты. А также рассматривается экс-глава Укрзалізниці, польский варяг и рокер Войцех Балчун. Скучали? Но в принципе нового топ-менеджера может к нам и делегировать сама немецкая компания Deutsche Bahn. Все эти нововведения должны помочь реформировать Укрзалізницю, а то поезда горят. Помните, вот целый выпуск был, почему горят поезда? В прошлом году утвердили целый план работы Укрзалізниці, согласно которому ее делят на три части, три подразделения. Грузовые перевозки, пассажирская, ну, собственно, мы понимаем, да, пассажирские перевозки, электрички, поезда, и инфраструктурное направление, рельсы, шпалы. Это якобы позволит преодолеть разруху, которая видна уже каждому украинцу невооруженным глазом. А также бизнес это видит, который гоняет свою продукцию туда-сюда по железной дороге. И аналитики уже говорят, что в принципе исход этих реформ может оказаться для всех нас очень неожиданным. Грузовые перевозки, международные компании, в том числе и Deutsche Bahn, могут приватизировать, а пассажирские перевозки, которые сами по себе не окупаются, что очевидно, билеты на поезда могут подорожать в 3-4 раза. За самые денежные железнодорожные направления, а это в первую очередь грузовые перевозки, будут бороться не только немцы, а и отечественный наш бизнес. Олигархов украинских никто не отменял. Поэтому, скорее всего, за железную дорогу будет такая нешуточная борьба. Но мы будем пристально следить за этим. Важно понимать, что Укрзалізниця – это государственная компания, которая входит в список стратегических объектов, которые нельзя приватизировать, что недавно подтвердил Кабмин. Но теоретически остается возможность концессии или как минимум оперативного управления. А так как было сказано о привлечении немецких специалистов и их управленческого опыта, а также об инвестициях, можно предположить, что на данном этапе речь как раз идет об оперативном управлении и приведении находящейся не в лучшем состоянии Укрзалізниці в товарный вид. Как рассказывают сотрудники самой УЗ, ну это я буду так Укрзалізницю сокращать, в ближайшие 6 месяцев должно в компанию прибыть несколько групп немецких специалистов. Понятно, что речь не о рядовых железнодорожниках. Скорее всего, немцы станут консультировать новый топ-менеджмент УЗ по ключевым стратегическим вопросам. Главная интрига, конечно же, в том, а чем закончатся такие консультации. Эксперты считают, что идея о помощи украинским коллегам, специалистами и деньгами принадлежит не самой компании Deutsche Bahn. Экс-министр инфраструктуры Александр Кава говорит, что эта компания сама субсидируется германским правительством, получая в качестве дотации 16 миллиардов евро в год. И Укрзалізниця для нее скорее конкурент, чем партнер. Он не исключает, что немцам может быть интересен контроль над грузовыми перевозками в Украине. Поэтому некоторые эксперты вполне серьезно обсуждают некую конспирологическую версию, что, дескать, Deutsche Bahn в Украину командировали немецкие власти. И заполучить контроль над нашей железной дорогой – это только одна часть плана. Вначале немцы активно лоббируют открытие украинского рынка земли и продажу земли иностранцам. Потом некие немецкие фермеры пишут обращение к министру экономики Тимофею Милованову, в котором возмущаются тем, что их отодвигают от угодий в Украине, которые они уже обрабатывают. Далее появляются железнодорожники. Цепочка может быть следующая. Земля, зерно, его логистика по ЖД в Европу. Именно с прицелом на такую схему в Германии могут быть интересны наши рельсы, сказал наш источник. Вот такая вот ситуация на железной дороге. Также на форуме в Давосе Зеленский анонсировал концессию наших морских портов. Это говорит о том, что их тоже могут сдавать в оперативное управление международным каким-нибудь транснациональным корпорациям. И в Одессе действительно идет такое значительное строительство инфраструктуры морских
портов. Тут скоро землю запускают. В общем, раздают Украину в оперативное управление, что дает, собственно, иностранцам больше контроля над нашей украинской экономикой, от чего потом освободиться все сложнее и сложнее будет потом. Тут немає табу. Оксандра, дуже дякую тобі за те, що ти була у нас сьогодні в програмі. Як завжди, було дуже інформативно і позитивно, не дивлячись на те, що, в принципі, теми достатньо складні. Здравий смисл і юмор допомагають переварювати, да, цю повістку дня, таку насичену. Тому я думаю, що тут якраз песимістичні сценарії рисувати собі точно не стоїть. Ну, грустно це і не потрібно нікому. Да, складними темами українців не залякати. Ми всі це добре дуже розуміємо. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими відомими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па! Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.